Очередная встреча с жителями Ленинского района состоялась в общественной приемной депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. В беседе с гражданами также принял участие глава муниципалитета Валерий Венцель. С каждым новым приездом депутату приходится выслушивать все больше обращений. Люди постепенно начинают понимать действенность прямого диалога с властью, деятельность управляющих компаний и предложения по строительству спортивных объектов, благоустройство поселений и помощь обманутым дольщикам. Спектр вопросов, с которыми граждане обращались к депутату и главе района, весьма широк. Очень полезная вся эта история. И президент нам в свое время сказал депутатам: идите к народу, идите в народ, вникайте в проблематику и, в общем, решайте эти вопросы, чтобы они в дальнейшем не портили людям жизнь. Жители деревни Калиновка обратились в приемную депутата с просьбой о благоустройстве в их поселении детской спортивной площадки. В ходе встречи выяснилось, что этот вопрос уже давно находится под контролем главы района, и необходимые работы начнутся уже совсем скоро. Вот 17 числа начнутся работы. Аукцион разыгран, подрядчик приведен, поэтому выходит на работу 17 сентября. Там вся территория заиграет. Также представители инициативной группы попросили главу помочь в приобретении звуковой аппаратуры для Калиновского семейного клуба «Содружество», который был создан местными энтузиастами. И эту просьбу было принято решение удовлетворить. Я думаю, что у нас будет сдвиг какой-то, да, по нашим вопросам, потому что, в принципе, и администрация в курсе, и мы просто уже как бы более развили эту тему, и я думаю, что нам помогут. В конце каждой встречи с жителями традиционное фото на память. Как показывает практика, большая часть вопросов носит рабочий характер и решается на местном уровне. А потому совместный прием граждан Вячеславом Фетисовым и Валерием Венцелем позволяет значительно сократить время решения вопросов, с которыми обращаются жители района. Считаю, что это правильно был формат избран в свое время. Вот, иногда даже переписка депутата Госдумы с главой занимает время. А здесь, когда заранее известна тема, приходит глава уже с решением. И вот приятно было сегодня видеть, как люди с улыбкой уходят с приема, понимая, что, в общем, решение по их вопросу уже принято. Депутатские приемы с участием главы муниципалитета уже стали хорошей традицией в Ленинском районе, и они будут проводиться и далее.